Отныне все будет на своих местах. Сегодня Чебоксарское городское собрание депутатов утвердило схему размещения рекламных конструкций. О том, что еще обсуждали народные избранники, в следующем сюжете. Повестка дня была насыщенной. Отчет начальника управления МВД по России Чебоксарам Сергея Павла особенно привлек внимание депутатов. Главный показатель – снижение уровня преступности. Причем эта позитивная тенденция наблюдается в течение последних 5 лет. Свою роль сыграла и программа «Безопасный город», финансируемая из столичного бюджета. Эффективнее стали работать участковые, и это тоже результат совместной работы городских властей, депутатского корпуса и сотрудников полиции. На собрании утвердили схему размещения рекламных конструкций на территории Чебоксарского округа. В нее вошли 286 щитов и 26 стел. Основные аргументы при установке – безопасность дорожного движения, сохранение архитектурного облика города. Депутаты установили новые размеры минимальной площади квартир, которые будут предоставляться переселенцам из ветхого и аварийного жилья. Однокомнатная квартира, минимальная площадь 23,5 квадратных метра, двухкомнатная квартира 40,25, трехкомнатная 49,45, четырехкомнатная 50,45 квадратных метров. Ксения Кравчук, Андрей Шоклев, Республика.